Hello, is it cold? No! This is Patrick! It lifts my heart to see you. The warp is a song. Let me play a verse for you. Алло, алло, это Калт? Вас не слышно? Алло! Нет, это Монархия. А, Карадеш? Да, это я. Ультрамарины входящие! Что? Ультрамарины раскрываются, говорю. Чего? Карадеш, ты всю битву за здоровье пропустишь. Какую битву? Кто это? Я скажу тебе только два слова, Карадеш. Рабут Гейман. Аврелиан, боевые братья. Я Карадеш Предвестник. Сегодня мы посмотрим на карты ультрамаринов, а заодно поймем, кто они и как с ними бороться. Скажу прямо, я их не особо люблю, так как принимаю сторону хаоса, поэтому обзор будет немного субъективным. То, что выигрывает бой, это то, что выигрывает бой. Ионид Тиэль. Чувствуете эту философию? Кажется, где-то я это уже слышал. Твои теории стоят на одну единицу меньше. За две энергии наносит одну единицу урона. Если цель выжила, создает теорию в руке. Инициатива высокая. Что же такое теория? У ультрамаринов два вида своих тактик – теория и практика. Чем они отличаются, пока не ясно, но в процессе, надеюсь, поймем. Удешевление тактик – это, безусловно, плюс. Кроме того, дополнительно одна единица урона. Да еще и высокая инициатива. Персонаж интересный, но все зависит от того, какие существуют карты теорий. На них посмотрим позже. Мари Гейдж. Да не тот Марий! За одну единицу энергии дает один к атаке и здоровью союзному Астартес. Если ты никого не контролируешь, возьми карту. Инициатива средняя. Ага. Мари Гейдж выглядит тоже неплохим. Судя по всему, будем раздавать бафы своим Астартес каждый ход. Роберт Гульман. Рабут Гейман. Ладно, ладно. Рабаут Желеман. Примарх. Расплата. За 2 единицы энергии наносит 2 единицы урона вражескому солдату. Если в игре ни одного нет, создает практику в твоей руке. Инициатива средняя. Ну что ж, Гарвин Локин и Вулкан вместе и на максималках. Выглядит достойно. Играть не буду, потому что... Да, вот именно. Расплата. Ферус Манус кон... Что? Желеман концентрируется. Минус один к стоимости, когда союзный солдат умирает во время хода врага. Как-то очень легко. Первая мысль. Обставиться прикрытиями на первых ходах и ждать десятого. Вторая мысль. Возможно, у ультрамаринов есть карты лучше, чем простые прикрытия. Третья мысль. А что если смешать? Напишите в комментариях, какой способ используете и как это играет. Рабаут Желеман. Мстящий сын. За 2 единицы энергии ты берешь карту, после чего вражескому солдату наносится урон, равный ее стоимости. На самом деле вражеская единица. В лицо тоже можно стрельнуть. Уже есть пара идей насчет карт для эндгейма. Когда доберусь до создания колод на ультрамаринов, посмотрю. Выглядит реально круто. А, понятно, кто мне звонил. Разведчики Манеуса. Одна энергия, 1-3. За одну единицу энергии возьми одну практику. Неплохой первый ход. Три здоровья за одну энергию – это вполне неплохо. Отделение Бера. Две единицы энергии. 2-2, отвага, получает плюс один к атаке и здоровью. Где-то я уже видел этого парня.
Да, сходство определенно есть. Что касается отваги, эта механика срабатывает, когда на части стола противника больше единиц, чем на твоей части стола. Иными словами, большая вероятность, что Биран все же будет 3-3. Цепь командования. Теория. За 2 единицы энергии ваш командир получает прикрытие до начала вашего следующего хода. Или верните дружественного солдата себе в руку. Мне нравятся эти карты. Они сыграют в любом случае. Если ставишь слабое существо с мощной атакой или способностью, кидаешь прикрытие на командира. Или можно вернуть дружественного солдата. Например, Пиальфу 52. А у Ионида Тиэля, кстати, всего за 1 единицу энергии. Легко обороняемая позиция. Теория. За 2 энергии применяет шок к врагу или дает прикрытие и плюс 1 к здоровью союзному солдату. Тоже довольно сочно. И есть выбор. Хорошо сыграет против агроты. Если у нас есть существо на столе, бафаем его. Если нет, кидаем шок в лицо вражескому командиру. Тактическое отделение Хеликсус. 2 энергии. 2-2. Таран наносит 1 единицу урона врагу или дает плюс 1 к атаке и здоровью дружественному солдату. Эту карту тоже можно использовать вместе с цепью командования. Начальный залп. Практика. За 2 единицы энергии наносит 2 урона всем врагам с полным здоровьем. Разыгрываем эту карту, а затем точечно добиваем выживших. Выглядит как must-have в колоде. Непреклонное преследование. Тактика. За 2 энергии дает союзному солдату, бумеранг возвращается в твою руку. Пока не вижу для этой карты достойного применения, кроме как возвращать охотников Голдстоуна. Удар воздаяния. Практика. За 2 единицы энергии наносит врагу 2 единицы урона. Если цель погибает, бери карту. Неплохой добор с атакой. Пока выглядит все так, что ультрамарины могут пойти в агроту тактиками. И следующая карта это подтверждает. Огонь на подавление. Теория. Наносит 2 единицы урона врагу или дает плюс 2 атаки дружественному солдату. Ко всему прочему, эта карта неплоха для чистки. Отряд скаутов Телциона. 2 энергии. 2 атаки. 2 здоровья. Отвага, возьми карту Астартес из собственной колоды. Стоит взять. Дешевая карта добора. Адаптируемая тактика. Практика. За 3 единицы энергии дает тайную атаку дружественному солдату или восстановит 4 единицы здоровья командиру. Выигрышная карта при любом раскладе. Если есть большое существо, можно кинуть в него. Или исцелиться, если дела плохи. 3 энергии – хорошая цена за вариативность. Отделение Беларий. 3 энергии, 3 атаки и здоровье. Отвага. Наносит 2 единицы урона случайному вражескому солдату. На начальных этапах неплохо поможет в завоевании стола. Представьте, второй ход. Противник ставит существо с 4 единицами здоровья. Ставим Беларий и атакуем вражеского солдата лицом. Итого, 1 солдат у нас на столе против 0 солдат у противника. Я бы взял этих парней в колоду. Отделение порицаемых. Странное название. Так и представляю, как Желиман лично ругает целое отделение. Чтобы жизнь медом не казалась. 3 энергии. 3-3. Знак боевых заслуг. У тебя на руках появляется случайная карта с чертой практика. 3-4. Знак боевых заслуг. Погодите-ка. В общем, тоже не так плохи, какими кажутся на первый взгляд. Но если карт в руке у вас постоянно много, не берите. Взаимосвязанные тактики. Теория. За 3 энергии возьми карту за каждого союзного солдата. Снова карта добора. Опять же, если карт хватает, то не берите. Если понимаете, что есть какая-то нехватка, возьмите одну. Лишней не будет. А возможно, даже и 2. Не ведай страха. Практика. За 3 энергии дает выживший 1 союзному Астартес. Отвага
дает дополнительно 2 атаки и здоровье. Тактика, направленная на уравнивание сил на столе. Рекомендую, ибо соотношение цены и качества прекрасное. Логос Лектора. Теория. Дает 1 к атаке и здоровью твоим солдатам. Если нет под контролем солдат, возьми Астартес из колоды и уменьши его стоимость на 2. Вариативные брошенные припасы. Не советую использовать как карту добора. Но если противник совсем прижмет или карт слишком много в руке, можно. Впрочем, отличная штука для бафа мелочи. Байки Сципиона. 3 энергии, 3-3. Отвага добавляет копию этой карты вам в руку. Бюджетная версия воинов Смерного. Или Смирнова. На поздних этапах можно заспамить ими стол, когда совсем нет карт. На ранних обычная карта 3-3. Ничего особенного, но в бою почему-то видел часто. Возможно, я ее недооцениваю. Технодесантник Арий. 3 энергии, 2 атаки, 4 здоровья. За 1 единицу энергии наносит 4 урона вражеской технике. Или дает плюс 1 к атаке и здоровью союзной техники. Если положили в колоду технику, можно попробовать. Если нет, не стоит. Посмотрим, что у нас за 4 энергии. Капитан Алкей. Да не этот Алкей. 4 единицы энергии, 4-5. За 2 энергии у тебя на руках появляются 3 Астартес легиона ультрамаринов, стоящих 3 энергии или меньше. Неплохая четверочка. Единственный момент, его сразу же постараются убить. Хотя 5 здоровья весьма весомо, и это будет проблематично. Но если он выживет, вы получите неплохой добор мяса, которое можно в дальнейшем разбафать. Отделение Косос. 4 энергии, 4 атаки и здоровье. Отвага добавляет копию этой карты вам в руку. Уникальная карта, не имеющая аналогов. Если серьезно, то от Смерновых отличается только тем, что этой карте доступны бафы для Астартес, если вам это поможет. Также видел часто и, возможно, недооцениваю карту. Отделение Ингенуй. 4 единицы энергии, 4-4. За 1 энергию наносит врагу 2 единицы урона или исцеляет союзного солдата на 2 очка. Эта карта тоже поможет держать стол. Можно закинуть 1. Отделение Троян. 4 энергии, 5-3. Неукротимость. Отвага получает обход с фланга. Смешок от разработчиков в сторону хаоситов. Определенно берем. Карта поможет убить среднее существо, затратив 4 энергии. Апотекарий Тион. 5 энергии, 3 атаки, 5 здоровья. Исцеляет поврежденного союзного солдата на 2 единицы в конце твоего хода. Стоит взять хотя бы одного. Его навык очень полезен, если у вас на столе есть подбитые солдаты. Кроме того, он сможет залечить командира. Почетная гвардия. 5 энергии. 4-5 прикрытие. Отвага получает 1 к атаке и здоровью. Карта с прикрытием и бафом. Можно взять минимум 1. Желиману, кстати, будет очень полезно. Плащ Ультрамара. Тактика. За 5 единиц энергии дает твоему командиру упорство, дает 1 к атаке и здоровью соседним солдатам. Ультрамарин без плаща не ультрамарин. Поможет солдатам пожить еще. Думаю, стоит брать. Хоть и потеряете 1 раз 5 энергии на активацию. Удар Миата. Тактика. За 5 энергии наносит 5 урона. Если цель солдат, то сначала наносит ему сбой. Эффективная карта устранения разбафанных целей. Сначала идет сбой, а потом наносится урон. Можно взять 1-2. Отделение поддержки Петроний. 5 энергии. 4-5. За 4 энергии наносит 4 единицы урона врагу и 2 единицы урона соседним единицам. Довольно дорогая карта, но если враг спамит мелочь, можно взять. Ветераны Стила. 5 единиц энергии. 4-6.
знак боевых заслуг, у тебя на руках появляется случайная практика. То же самое, что и отделение порицаемых. Отдельно рассматривать, думаю, не стоит. Капитан Лукреций Корван. 6 энергии. 5-5. Таран наносит 3 единицы урона врагу, исцеляет 4 единицы командиру или дает 2-2 солдату. Стоит разыгрывать, когда у вас на столе есть еще существа или вы играете против агро-колоды. Сам по себе он довольно плох, как мне кажется. Тушка 5-5 за 6 энергии. Но если нужно убить сильное существо, а у вас есть кем его добить после 3 урона, ставьте. Командное отделение Клетос. Да, в моем представлении именно так и выглядит. Стоимость равна атаке и здоровью. 6-6 за 6 энергии. Отвага. Создает случайную теорию. Возможно, получится играть от добора теории и практик. Например, Тиэлем. Тогда эта карта будет чрезвычайно полезной. А так, мясная тушка, много урона. Возможно, заиграет. Но есть и лучший вариант за те же 6 очков энергии. Например, ракетный танк «Вихрь Скорпиус». 5 атаки, 6 здоровья, за 2 энергии наносит 3 единицы урона 3 случайным врагам. Вкусно? Вкусно. Древний Кротон. Или Кратон. Но, скорее всего, Кротон. 7 энергии, 8-6, прикрытие. С одной стороны, 6 здоровья за 7 единиц энергии мало для карты с прикрытием. С другой, из-за 8 атаки его будут пытаться слить в первую очередь. В общем, сомнительно. Берите, возможно, заиграет. Капитан Миссандр. 6-7 за 7 энергии. Отвага дает минус 2 к атаке всем врагам до твоего следующего хода. Полезно, когда нужно добить солдат противника и сэкономить своих. Но пока в колодах не видел. Напишите в комментариях, если он у вас играет. Флагман Желимана. Честь Макрага. Тактика. За 7 энергии наносит врагу 7 единиц урона или исцеляет союзника на 7 очков. Карта добивания. Берите. Гнев в предательстве. Тактика. За 7 единиц энергии дает твоим солдатам 2 атаки и жертва. Наносит 2 единицы урона всем врагам. Адская карта, хоть и за 7 энергии. Если у вас много мелочи на столе, эта карта позволит не только почистить стол, но и знатно навтыкать в лицо вражескому командиру. Терминаторы Инвикта. 8 единиц энергии. 7-8. Отвага наносит 2 единицы урона всем врагам. Опять же, можно ставить их, если есть чем точечно добить врагов после розыгрыша терминаторов. Если нечем, то в следующем ходу их скорее всего накажут. Хоть и здоровья довольно много. Впрочем, возможно, я не прав и карта играет и без поддержки других солдат. Напишите, если вам она зашла. Владыки Ультрамара. Тактика. 8 единиц энергии. Создает 4 Астартес Легиона Ультрамаринов в руке. Они стоят на 2 единицы дешевле. Спорная карта. С одной стороны, 4 карты на 2 единицы дешевле. С другой, она стоит 8 энергии. А добор еще 4 карт, возможно, заполнит вашу руку. В общем, использовать только тогда, когда вы очистили свою руку от солдат в прошлом ходу. И теперь вам очень быстро нужно добрать карт. Мое мнение, карта ситуативная, поэтому не советую. Стелок Эфон. 8-8 за 8 единиц энергии. Отвага уничтожает случайного вражеского солдата. Еще одна ситуативная карта. Играем только при условии, что у врага один сильный солдат, и это не саван смерти. Древний Марцел. Дредноут типа Дередео. 9 энергии, 7 атаки, 10 здоровья. Отвага наносит 6 единиц урона случайному врагу. Способность за 2 энергии наносит 8 единиц урона. Вот эту штуку я видел в колодах. Отлично играет. Ее очень сложно снести,
одна из причин, по которой стоит таскать с собой карту Урдзи Злейший. Но даже так, свои 6 урона она нанесет. Советую положить хотя бы одну. Ардентий. Танк типа спартанец. 10 энергии. 6-12. Прикрытие. За спасибо создает 2 старта с ультрамаринов в руке и дает им обход с фланга. Карта нужна, если на вас оказывают сильное давление. Выглядит сносно для своих 10 энергий. Напишите в комментариях, спас вас этот агрегат или он бесполезен и лучше не брать. В целом, ультрамарины показались мне вариативным легионом. Ими можно в рамках одного боя поменять тактику игры, что, возможно, даст им доступ в верхние круги ладдера. А, возможно, и нет. У карт есть агро-потенциал, но вот будут ли они играть лучше, чем Эрлин или Гаро, еще под вопросом. Следующее видео, возможно, будет полезно для новичков. В нем я расскажу про то, как подбирать карты и тактику игры. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, на Twitch и вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. А на этом все. И да пребудет с вами суп!